Хорошо, направили в УЗИ, я пошла в УЗИ, естественно, мне сказали, у вас онкология, 9,6 миллиметров высоты, корни вот все, все есть. Направили на биопсию, направили на биохимию, его направление почему-то они оставили. Естественно, я все это прошла, и биопсию, и биохимию у меня до сих пор есть. Эти какого перевязки их не я до сих пор в процессе лечения, так как это прошло в этом году. Я не понимала, что это такое вообще, не знала, даже у меня понятия не было. Естественно, как все нормальные люди, когда мы слышим, что у вас онкология, мы сначала начинаем реветь. Это значит, у нас все уже конец. Я начинаю реветь, у меня дочка 21 год, начинаю, прихожу к ней, говорю, все, выходи замуж, пока я жива, уходи. Думаю о сыне, что делать. Приду к ЖЛС, скажу, пусть она берет сына, дом главное не продавать, ему, там найдет себе это. Ладно, думаю, хорошо. Прихожу к ЖЛС и говорю, ЖЛС, так и так, у меня короче онкология, я не знаю, что будет дальше, не знаю, как будет дальше. Бери сына к себе на воспитание, сама обучай, сама все самое делай. Остальные, а дом не продавайте, пусть остается. Она мне говорит, ты че? Я говорю, ничего. Я не знаю, что будет дальше. Это онкология, у меня нет таких денег, нет таких, чтобы лечиться, чтобы ездить в Самару или еще куда-то. Нет всего этого, я не знаю, что будет дальше. Она говорит, на, бери, пей. Я говорю, что такое? Она говорит, иди, бери, пей. Я говорю, как пить? Она говорит, сама разберешься. Ты хочешь жить? Хоть, тебе нужно здоровье? Бери, пей. Я говорю, хорошо. А сколько это стоит? Я у тебя деньги не прошу. Главное, сама выздоравливай. А потом посмотришь сама. Хорошо. Я говорю, а как я заплачу, как я буду пить? Лишний вопрос не задавай, бери, иди и пей. Хорошо, я взяла где-то 15 июня, это было, по-моему, 15-го туда-сюда. 15-го где-то или около 20 июня это было. Я взяла бальзам, поехала домой. Я начала спать. Через 3 дня я успокоилась, я начала спать, я успокоилась. Я начала кушать, я пришла в себя. Я чувствую, что мне лучше, просто само душевное состояние. А потом думаю, почему я не могу лечиться, раз все же лечатся, это же излечимо. Тем более сейчас новые технологии хорошие, да. Мне дали, естественно, кучу рецептов, которые я не принимала ничего. Все на УЗИ, на платной УЗИ, рецепты. Я ничего не принимала, никакие рецепты, никакие лекарства, никакие мази, ничего не покупала, только бальзам. Через течение вот прохождения этих анализов, вот биохимии, биопсии, этих мне уже начали подготовили на операцию, вот направление на ВИЧ, направление на свертываемость крови. Все это проверили, просмотрели. И, короче, меня заводят в конце на операцию, типа в 11-й кабинет, если знает, кто в онкологии приходит. А там у них такой свой компьютер. Не как УЗИ, но типа как УЗИ, но там все видать. Они приходят и мне говорят, мя, Гульмажа, а у вас без корней. Я говорю, как без корней? Вы же сами сказали, вот уже все, Дим. Нет, говорит, у вас без корней, у вас что-то все нормально, все хорошо, уже что-то сужается, у вас есть изменения. Принимали лекарства, хорошо, молодец. Я говорю, нет, я не принимала лекарства. А как, говорит, не принимали лекарства? Вы что, не брали, ничего не делали? Я говорю, нет, ничего не делала. Ничего не принимала, ничего не делала. Просто, говорю, дома сидела, дома лежала. Не сказала, что пью. Я не сказала, что пью бальзам, да, потому что действительно я побоялась или не знаю, что. Но не сказала, я сказала, ничего не делаю. Ба, у вас есть изменения. Хорошо. Очередные проверки. И вот вчера буквально я сказала вам, да, что я съездила, взяла конечный результат. Еще мне сказали, через 3 месяца еще раз провериться, мы окончательно проверимся. У вас сужается ваш заключение. В исследовательном материале бесструктурная масса. Остались комплексы жировых клеток. И все. Заключение конечное. Вчера мне дали. Ну, вы про грудь говорите? Да, про грудь. Без всяких этих сделок. Я почему это интересуюсь? У меня супруга ушла от этого. Вот. Там вроде. Онкология правой молочной железы. Все. Благодаря этому бальзаму я считаю, почему это
я ничего не покупала. Я посчитала вот эти вот всю сумму, думаю, это мне обойдется на 1015. Я должна еще раз принимать. Я что-то вылечу, что-то буду калечить. Я лучше попробую действительно бальзам. Я попробовала бальзам, я начала спать. Сколько выпила? 4 или 2? Нет, я только 2 выпила. И, да, только заканчивается. Только заканчивается. Я вчера смотрела, да. Как ее организм среагирует? Как пили? Это то, что я хотела жить. Как пили? Это вот мой символ. А как пила? Утром шприцом 1.5 миллиметра взяла. Миллиграмма? 1.5 миллиграмма маленькая. Миллилитры? Да. Сначала я пила. Сначала я